«Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло». Рубрика выходит при поддержке правительства Оренбургской области. Елизаветинские ворота – историко-архитектурная достопримечательность Оренбурга. Они являются реконструкцией копии старинных ворот, которые были пожалованы императрицей Елизаветой в 1755 году. Иногда Елизаветинские ворота называют водяными. Дело в том, что изначально Елизаветинские ворота стояли возле юго-западного входа в город, а с этой стороны в Оренбург завозили воду, и горожане ее набирали. Отсюда и название – водяные. Ворота представляют собой две каменные колонны с нишами. В каждой нише с лицевой стороны колонн установлены женские скульптуры, держащие в руках пальмовые ветви и круглые щиты. На перекладине по центру прохода между воротами расположен барельеф с военной атрибутикой. В центре каменного барельефа изображен государственный герб Российской империи, по центру которого можно увидеть инициалы Елизаветы, а на обратной стороне каменных колонн установлены мраморные доски с описанием. Согласно поверью, если влюбленная пара сфотографируется под Елизаветинскими воротами, то они непременно поженятся и будут счастливы в браке. Фрагменты настоящих ворот хранятся в Музее истории Оренбурга в зале основания Оренбурга. Нескучное путешествие на радио «Монте-Карло».